Всем привет! Сегодня будем готовить запеканку из цветной капусты. Для ее приготовления потребуется где-то 0,5 кг цветной капусты. У меня головка чуть более килограмма, я ее поделю пополам. Яйца 3 штуки, сметаны 100 мл, сыра ориентировочно 130-150 граммов, растительное масло для смазывания формы и возьмем специи. Я беру перец черный молотый, перец красный молотый и чеснок сушеный в гранулах. Буду добавлять по вкусу и, соответственно, по вкусу буду добавлять соли. Капусту разобрала на соцветия, вот такие небольшие. Отправляю ее в подсоленную кипящую воду. Варить буду минут 8-10 до готовности, но так, чтобы капуста не расползалась. Яйца вбиваю в отдельную емкость, присолю их и слегка взобью венчиком. Теперь добавим сюда немного специй. Добавляю черный молотый перец, буквально небольшую щепотку. Чеснока 2 щепоточки. И красный молотый перец щепотка. Все это опять перемешиваю. Теперь добавляю 100 мл сметаны. Перемешиваю до однородности. Сыр натрем на крупную терку. Прошло 9 минут. Капуста готова. И воду я солью через дуршлаг. Теперь дадим возможность капусте остыть. Форму смазываю растительным маслом. Теперь капусту нужно выложить на дно емкости, в которой я буду запекать. Сверху заливаю подготовленной заливкой. И теперь посыпаю сыром. Отправляю запекаться в предварительно разогретую до 180-190 градусов духовку. Запекать буду ориентировочно около 20 минут. Плюс-минус буду смотреть по готовности. Запеканка готова. Такая вот ароматная и аппетитная. Пахнет на всю кухню. Чесночок дал такой аромат приятный. Вот такая аппетитная. У нас запеканочка сегодня. Здоровое питание, вкусно, быстро и полезно. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока!